Тамару Ерофееву, но в последнем упражнении уступила ей по оценкам и оказалась на четвертом месте. А это Аида Красникова, гимнастка из Казахстана, бронзовый призер прошлогоднего турнира за призы журнала «Мир женщины». Тренирует ее мама. Казахстан тоже можно отнести к сенсациям чемпионата мира. Эта страна в командном первенстве заняла 6-е место. Такого в истории этой страны не было никогда. Объясняется это тем, что с гимнастками из Казахстана работают российские специалисты. И сейчас вы видели выступление не лучшей гимнастки Казахстана, номер 1 в этой стране, Алия Юсупова, которую мы увидели.